Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Я установил себе бета-версию прошивки на Wear OS 4.0 и единый интерфейс Watch 5.0. Естественно, это сразу же взбудоражило общественность моих подписчиков, которые меня спрашивают, как можно сделать это. Сделать это можно. Хочу вам сказать, что нелегко, но возможно. Есть единственный пока что единственный способ, который, ну, через который прошел я, как бы методом проб и ошибок, я до этого допер все-таки и смог зарегистрироваться как бета-тестировщик в Корее и установить эту бету-прошивку. Что для этого нужно? Начнем с этого. Во-первых, вам нужен будет смартфон Samsung. С другим смартфоном этого сделать не получится, потому что все это делается через приложение Members, которое доступно только на смартфонах Samsung. Во-вторых, вам придется менять регион с ваших часиков на корейский регион. Это хорошо, если он у вас уже стоит, в принципе, проблем не будет никаких. Но если его нет, то вам придется его ставить. А именно вот это. Когда вы уже поставите себе обновление, эту бета-версию, вы уже другой регион поставить не сможете. Все, вы останетесь на этом корейском регионе, доколе не придумают новую версию изменения региона. Я думаю, что это будет сложно, а возможно даже и совсем этого не сделают. Почему? Потому что сейчас уже посмотрев на то, какая это Wear OS 4.0, я понимаю, что защита там гораздо лучше, чем на предыдущей версии Wear OS 3.5. Поэтому думайте сами. Ну и нужно, дорогие друзья, естественно, запастись терпением. У меня на все про все ушло часов 5, наверное. Это прошить прошивку, сменить регион, зарегистрироваться как тестер и установить прошивку. 4 пунктика. Их, вернее, они обязательные. Только в том случае один пропускается, если у вас регион Корея. Ну а теперь о том, как это все делается. Первое. Если у вас регион не Корея, вам нужно будет изменить регион. Для этого, дорогие друзья, вначале нужно будет поставить сервисную прошивку прошлого года, осеннюю. Вот с таким вот региональным кодом. Именно эта прошивка содержит тот регион, который нам нужен, а именно вот этот. Как прошить, ссылочка в описании видео. Проходите по этой ссылочке, там подробная инструкция о том, как прошить прошивку Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5. И в описании же того видео есть ссылочки на прошивки всех версий Galaxy Watch 5 часов. А на Galaxy Watch 4 есть ссылочка на сайт FOPDA, где нужно будет для того, чтобы там что-то скачать, зарегистрироваться. Поэтому дерзайте. Потом, дорогие друзья, мы с вами меняем регион на Корею. Как это сделать, тоже в описании видео есть инструкция. Ссылочка. Проходите в том видосике в описании видео. Есть все, что вам нужно. Все файлы там находятся. Пожалуйста, очень подробно слушайте инструкцию. Самое главное, нужно отключить защитник Windows. И если у вас есть какие-либо антивирусы, их тоже нужно отключить. Иначе ничего не получится. Я это проделывал или менял регион на компьютерах под Windows 7, под Windows 8, под Windows 10 и Windows 11. Везде положительный результат. Далее, после того, как вы изменили регион и загрузили часики уже с новым регионом, вы подсоединяете часики к Wi-Fi, проходите в обновление и проверяете обновление и обновляетесь на самую последнюю прошивку, официальную, доступную для наших часиков. Когда вы обновились и загрузились, что мы делаем? Берем свой смартфон, вытаскиваем из смартфона сим-карту обязательно. Далее скачиваем VPN Корея, он есть в Play Market. Потом мы с вами чистим кэш и данные приложения Galaxy Store. Это обязательно. Ну, у кого-то может быть и не обязательно. Ну, попробуйте. Если хотите чистить кэш, вот так. И когда вы все уже сделали, включили VPN, заходите в приложение Members.
Приложение Members вверху листая. А вот эти вот карточки находим нашу модель или вашу модель, которая у вас, и нажимаете на нее. Там, дорогие друзья, мы сначала с вами регистрируемся как тестировщик, заходя в свой аккаунт Samsung, проходя или заполняя там какую-то карточку, короче. Ну, другими словами, Google переводчик вам в помощь. Ну, я там методом проб и ошибок кое-как это сделал, и на это у меня ушло, наверное, самая большая часть времени. Потом по другим пунктикам качаем сначала бета-менеджер, бета-плагин менеджера для своей модели часов и бета-приложение Samsung Здоровье. Когда все установилось, вы просто проходите и проверяете обновления на своих часиках, либо через приложение Galaxy Wearable, заранее уже отключив VPN и вставив сим-карту. Устанавливаем обновление и радуемся. Если вы пытливы и хотите вот этого, пожалуйста, дерзайте. Ну, сразу вам хочу сказать, что это действительно сложная процедура. Ну, а лучше всего, конечно же, подождите, подписавшись на мой канал, а более всего подписавшись на телеграм-канал, потому что там, дорогие друзья, все будут свежие новости. И если появится какая-то более легкая инструкция, либо какой-то вообще другой метод, я, естественно, сразу же это экранизирую и выложу в телеграм-канал и, естественно, на YouTube. С вас же, дорогие друзья, обязательно лайк, обязательно комментарий и обязательно подписка. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. В ближайшее время я сниму видео о всех тех фишечках крутых, которые там появились новые, ну и не крутых фишечках тоже. Также в описании видео будет прямая ссылочка на меня через Telegram, где вы сможете мне задать лично вопрос для помощи. Сразу вам скажу, что консультации платные. Если хотите, обращайтесь. Спасибо вам за ваше внимание. До свидания. Всего доброго. До новых встреч.